Ребята, всем привет, с вами Александр, и да, у нас уже второй день, как запустился Sandbox Season 3. В общем-то, выполняем задания, то есть бегаем по карте, в принципе, все то же, что и было во втором сезоне, зарабатываем себе тикеты, и в конце сезона, который у нас, кстати, очень-очень длинный, 68 дней, да, вчера было 67, 60 даже 9, наверное, дней было, будет очень много разных заданий, разных карт. Вчера было 2, я их прошел, сейчас тоже будет 2, но сейчас как минимум одну с вами побегаю, и, в общем-то, будем смотреть. В конце сезона победители получат, кто получит альфа-пас, тому дадут 500 монет, ну, 250, но там, скорее всего, наберется вот этот комьюнити бонус и дадут еще монеток. Ну, и еще здесь есть у нас в этом нововведении этого сезона, у нас есть лидерборд, тот, кто выполняет задание быстрее всех, то есть нужно было выполнить там за 15 минут, даже, или даже, это уже, наверное, с сегодняшними заданиями, да, тот, кто выполнил, ну, в конце сезона это будет только, будет все это учитываться. Как вы выполните все задания, кто выполнит быстрее, тот получит 30 тысяч монет. А это на данный момент 30 тысяч долларов, а курс Сенда нормальный, хотя бы 3, то есть 100 тысяч долларов. Ну, короче, это награды просто космические, на них, конечно, я не рассчитываю, потому что здесь нужно, ну, задротить очень люто, перепроходить все многократно. Итак, давайте мы пойдем сейчас в качестве разминочки вот на вот это, кстати, спонсор. Здесь есть у нас, как обычно, есть ивенты. Нужно их выполнять, там, ну, в Твиттере делать скриншоты определенные, размещать, все как в прошлом сезоне. За это тоже будут раздаваться NFT-шки, ну и прочие бонусы будем получать. В общем, погнали. Выбираем нашу миссию. Здесь у нас вот квестов 8, можно заработать очков. И, кстати, на первой карте вот у нас была вот карта, где 17 заданий, но доступно было в первый день 15. То есть они еще, задания еще могут быть не все доступны, ну, в первый же день. Нажимаем запустить, и сейчас запускается игра. Ссылка на регистрацию будет, конечно же, в описании. Так, ну что, погнали. Так, точки интереса. Давайте там будем по мере разбираться происходящего. Так, дети, что-то я не вижу, чтобы воксили. Но надо было собирать сейчас. Короче, есть какие-то 10 точек интереса, которые нужно побегать. Подходить нужно к каждому значку. Так, find воксили. Так, skated across the land, point of interest и quiz. Там еще какой-то квиз нужно будет выполнить. Ну, погнали, погнали. Заданий, конечно, я так понял, будет куча, много всяких разных. А, вот, кстати, воксели. Что-то их как-то очень мало. Не знаю, короче, беру все задания, а там будет видно. Вот что-то нажал, даже не понял, что. Так, кстати, у нас там внизу есть минус первый уровень, получается. А если я сейчас тут куда-то буду падать? Очень зашибись. Классно, я упал. А, ну все, нормально, восстановилось. А, вот так. В общем, ну, будем угадывать вопросы, которые не знаем. Что поделать. Смотреть, как бы, англоязычных ребят, конечно, я сейчас не буду. Так.
Ух ты, ё, это, а, это же у нас музыкальное соревнование, здесь будут постоянно вопросы, вот. Так, да я даже не буду, как бы, там, читать эти ответы, разбираться, гуглить будем. Если есть возможность угадать, то будем угадывать. Так, вижу, дальше у нас есть какая-то точка интереса. Ну да, это у нас музыкальное событие, потому здесь есть своя специфика. То есть здесь разные толпы, они что-то там обсуждают. А мы угадываем. Так, тут где-то второй этаж, да, у нас есть. Давайте погнали на второй. Ух ты, ё-моё, эти воксели, смотрите, прямо как разбросаны. Это их прям так мало. Так, я что-то как-то, по-моему, проваливаюсь. Кто-то там у нас из Нью-Орлеана, нам, в общем-то, по боку. Так, это у нас Эмма. Я там видел воксель, давайте побежим, попробуем собрать воксель. То есть на него надо вот так вот прыгнуть. Так, а вот и у нас минус первый этаж, где? Так, там кто-то что-то выбирает. А, вот дискач у нас тут. В общем, на этой карте у нас найти воксели, да, будет главная проблема, я так понимаю. Их всего 10. Обычно их всегда с запасом, а здесь их реально всего 10. Так, нужно найти вейтера. Так, вот у нас получается, это вейтер, наш официант, я так и догадывался. И все, я выполнил. Нет, на самом деле кристалла здесь с запасом довольно много. Вот здесь кристалл, вот там вот кристалл, который мне не нужен. Еще я видел кристалл. В общем, ну, найти их не составит никакого, ребятки, труда. Вторая карта. Здесь у нас целых 19, тоже от Warner Music Group. Давайте мы как бы заглянем. Вот так вот мы путешествуем. На карте выбираем нужную локацию, нажимаем Travel и переходим. Но я ее снимать не буду, потому что это будет очень долго. Снимать нужно уже, наверное, со второго круга. Там все проходят по 2, 3, 5 раз, чтобы максимально быстро пройти. Когда вы заходите на карту второй раз, начинается отсчет времени, и вы видите свой предыдущий результат, и нужно результат улучшать каждый раз. И, по-моему, тут 10 тысяч, да, первых 10 тысяч имеют какой-то бонус. Так. Ну что у нас тут за карта? Ну такая себе карта. Так, нас никто не встречает никаким заданием. Странно прям. Так.
А, то есть нужно самому бегать здесь и искать задания, я так понимаю, да? Ну, типа, поговори со всеми, все дела. Такого плана задания. Ну, как была первая миссия примерно. Ты что тут писаешь? Пописать, он тут устроился возле колонки. Здесь нужно, в общем, самому, да, найти все задания. Ладно, ребят, на этом я видео заканчиваю. Буду тут сам искать. Буду что-то подглядывать на ютубе, кто там что сделал, чтобы это побыстрее пройти. Всем спасибо за просмотр, ребятки. В общем, кому нравится игрушка, просто заходите, побегайте. Ну, мало ли, или в тише каких-то выиграете, или еще там чего выиграете. Всем пока.